Дорогие ветераны, поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой нашей Победы. Примите искренние поздравления от всего коллектива ГУФСИН России по Нижегородской области. Спасибо вам за все, нижайший вам поклон. Живите, живите и живите. Радуйте нас, вы наша гвардия, вы наша победа. С праздником! Для вас звучит эта песня. Нет, не забудем мы подвига наших солдат, тех, кто дошел до конца и ни шагу назад, тех, кто остался лежать на холодной земле, тех, кто работал в тылу, побеждая в войне, тех, кто бросался под пули на вражеский дзот, тех, кто в пучине морской только полный вперед, тех, кто в воздушном бою совершил свой таран, всем нашим прадедам, дедам, матерям и отцам. Самая важная дата для нашей страны — день общей славной победы майской весны, день общей памяти, гордости, радости, слез, день благодарности тем, кто победу принес. Наша победа досталась высокой ценой. После войны жизнь вернулась, но стала иной. Тем, кто служили закону, неведом предел, так понимали сотрудники внутренних дел. Опыт войны закалил вашу силу и дух. Воля как сталь, да и в сердце огонь не потух. Низко поклонимся павшим бойцам и живым. Память и подвиг страны навсегда сохраним. Самая важная дата для нашей страны — день общей славной победы майской весны, день общей памяти, гордости, радости, слез, день благодарности тем, кто победу принес. Самая важная дата для нашей страны — день общей славной победы майской весны, день общей памяти, гордости, радости, слез, день благодарности тем, кто победу принес.